В северных регионах Казахстана продолжают подсчитывать ущерб после непогожих выходных. Штормовой ветер более 23 метров в секунду срывал крыши с домов, рекламные баннеры, валил деревья и обрывал линии электропередач. Пострадали люди, не говоря об автомобилях, припаркованных во дворах. Коммунальные службы до сих пор устраняют разрушения. В северо-казахстанской области уже третьи сутки без света. Свыше сотни населенных пунктов в 10 районах. Мокрый снег и сильный шквалистый ветер привели к обледенению линий электропередач и изломам на опорах. В некоторых селах помимо света пропала вода и тепло. По электроснабжению, получается, в этот период, 18 ноября, у нас в области произошло отключение в 11 районах. Порядка 217 населенных пунктов и более 33 тысячи абонентов. На данный период ремонтно-восстановительные работы проводятся распределительными электросетями. Специалисты отмечают, шторм обнажил одну из самых острых проблем региона. Высокий до 95% износ оборудования. А в соседней Костанайской области непогода застала врасплох водителей. 109 аварий, одна смертельная. Таковы последствия бурана в регионе. Более 20 авто, в том числе и большие грузы, пришлось доставать из кювета. Утром в субботу на автодороге Рудный Качар гражданин России опрокинул «Мерседес» с четырьмя пассажирами. 63-летняя гражданка Российской Федерации погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Три гражданки Российской Федерации 40 лет, 51 и 62-летняя гражданки Российской Федерации получили травмы. По данным фактам назначено досудебное расследование. В Павлодарской области порывы ветра местами достигали 30 метров в секунду. Шторм срывал кровли и линии электропередач. Повреждены 83 социальных объекта – школы, поликлиники, дома культуры. А в Баянауле ветром снесло стелу, которая простояла более 50 лет. Сейчас на повестке объявление режима ЧС для возмещения всех убытков, в том числе и физическим лицам. Многострадальную Кибастузскую ТЭЦ ураган также не обошел стороной. Было аварийное отключение и основного, и резервного питания Кибастузской ТЭЦ, который был запитан через третью схему, через восточный разрез. И в течение часа один из запитки, который основной резервный, он был запущен. То есть ТЭЦ мы не дали остыть. Власти Карагандинской области уже объявили режим ЧС. Ураган буквально проверил на прочность все жилые и социальные строения. Зарегистрированы 114 случаев срыва и разрушения кровли и стеновых покрытий жилых многоэтажек. Общая площадь разрушений составила порядка 20 тысяч квадратных метров. В областном центре в Караганде пострадал 31 дом. Правда, разрушенные кровли обещают восстановить за счет бюджета. Чего не скажешь о десятках поврежденных авто. Поможет только страховка. Пару лет назад тоже был сильный ветер, сдуло у соседа, у меня обстреляло, и вот отремонтировали, но вот 2 года простояло. А синоптики предупреждают, сильный ветер до 28 метров в секунду обрушится на все регионы страны. Кроме того, ожидают сильные дожди и снег. На севере метель и гололед. К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2-12 градусов мороза. На востоке республики повышение температуры ночью от 8-13 мороза до 0-5 тепла. Спасатели тем временем напомнили, что при сильном ветре лучше находиться в помещениях. А если все же оказались на улице, укрывайтесь в подземных переходах или подъездах зданий, но не у стен домов. Дильна Засекенова, Анастасия Дроняк, Анна Рахманова, Раиса Маргунова, Марина Неватова, Астана Таймс.